Ouais, moi, t'es. Il graille. Ouais. Enfin, qu'est-ce que pour fou comme mitrote? Sinon, au bout de ce qu'il a trouvé. Я тебя побрызгаю тут, тварина. Давай! Выйти! Да! Какого? Я ведь вышел быстрее, красоты. Не, ну я сдохну свой. Я никак не могу денег накопить, потому что там быстро все тебя бьют. Гоу на улицу. Вот на улице тоже там опасно, допустим. У меня бомбит от этой игры. Может мне начать что-нибудь снимать другое? Чтобы отдохнуть от ней. От нее. Гоу на свалку. Ну я не заработаю, да, правильно? $30 я не заработал. Опять идем. Скрывать эти бачки мусорные. По сути, мне уже хоть, но я уже хочу подзаработать это побольше. А теперь валим отсюда. Сколько так заработаю, интересно? 33. Идем в убежище. О, классно. Так, а надо пойти починить в нем броню, да, эту? Чини давай, да? Так, давайте в клуб. Хочешь драться с нами? Так, давайте на улицу пойдем. А, улица вот это наша. Это, кстати, любимое местечко, да?
Здесь-то, ребят, очень ценные бывают вещи. Нормально, Клавик. Так, два бомжа меня начинают атаковать. Видите, у меня здоровье не убивает. Хе-хе. Бритва давайте. Газета и газета. Давай. Так, это мегабокс. О, вейп, я хочу вейп зачекать, сколько он стоит. В реальности это вообще, по сути, дорогая штука. Нормальный. Интересно, что следующее, да? Ага, смешная книга, давайте. Давайте взять. Так, пивная банка. Смешная книга, интересно. Все, давайте следующий. Понятно? Давайте газету. Ну, вейп, наверное, он дорогой. Так, два бомжа меня начинают. А у меня броня выдерживает. Е-е-е. А, зашибись. Мне надо. Я хочу по максимуму сейчас набрать всего. Денег всяких. Они меня бьют, а мне ничего не знают. Каких-то два додика меня хотят убить, да? Радио. Бросить, давайте газету. Ничего интересного. Сигареты, вот они, сигареты. Бритва. Вот такое, вот такие катки я люблю. Когда ты долго держишься, там вообще всего много нахватываешь. Давайте возьмем радио. Два додика мне пытаются... Не, конечно, от брони что-то отнимается немножко. Ну да, я вообще не вижу, если честно. Это небольшая маленькая полосочка. У меня есть одна прокачка, считай, я могу уже сделать. Да. Все. А теперь валим, давайте. Свалка. Давайте чекаем. Старый телефон. Пивная банка. А, вейп дешевый стоял. Странная игрушка дешевая. Постер. Смешная книга тоже дешевая. Вейп. А радио, видите, вот они какие дорогие. Ну, вот сейчас... Броня в порядке, офигеть. Давайте в убежище. Поспим один денёк. Давайте и опять на улицу пойдем. Такая улица. Парковка, наверное. Вот она мне нравится, парковка. Это реально прикольное местечко. Так. Берем только это. Берем самое дорогое, ребят. Я не знаю, как я в метро буду, да? Но в метро-то я сегодня точно больше не буду соваться. Вы бы знаете, после чего. Не знаю, ничего интересного нет.
Опять ничего интересного нет. Опять ничего интересного. Одна только интересная у нас здесь есть. О, радио. Ничего интересного. Некоторые говорят, о, берите все сразу, хэ. Не-не-не, я не буду ничего брать. Да. Дофига сегодня вот таких вот игр в этой игре. Постер, пивная банка и все. Давайте драться. А он мне ничего не смог сделать, у меня броня такая. Давайте тоже ничего не будем брать. Тут тоже. Тут тоже. Ну, банку-то возьмем. Радио. Пивная банка опять. А ты мне лучше бы заплатил охранник. Не, ну я бессмертный, ребят. По всей видимости, да? Ничего интересного нет. То, что 80 центов, я не верю, стоит по-настоящему. А пивная банка 72 цента. Ну, где справедливость, ребята? Если 7 долларов, я бы поверил, что вейп стоит. Ну. Ну и пошел ты в жопу, да? Да, им. Видимо, плохо. Скрываем. Так, компенник, ничего интересного. Опять ничего интересного. Давай, бьемся. Бьемся мы по-настоящему. Наконец-то 10 вещей. Вот 11. О! О, ничего нету. Да. Ну, вот такая длинная часть получается, да? Думаю, что надо будет скоро выходить из игры. Поскольку столько вещей мы профукиваем, да, на самом деле. Еще буду, да, наверное, сейчас. Еще двое таких же. А я не бомж, чел. Да. Ничего интересного нет, да, в этой игре. Но когда новый ящик-то будет у нас? Или это как вот там называют мусорный бачок? Блин, я выхожу. Мы слишком долго, да, играем. Зато вон сколько денег заработали. У-ху!